Я фулл флэш! Так, надо помочь. Как я его убил? Найс, просто! Нашел ежика в тумане. У меня просто бесконечные патроны, Даня. Со мной лучше не стреляться. Алло, так, Мага, ты чё встал? Я фулл флэш был! Итак, ребятки, сейчас у многоуважаемого киберспортивного сиропа зеленой лягушки, а.к.а. Обована, идет прямой эфир. А мне сейчас надо, так сказать, сделать конспирацию. Короче, я покидаю его клан. Опа, покинуть клан, чтобы он меня не спалил, то что это я. Мы берем, меняем нашу аватарку, ставим какого-нибудь крабика и меняем наш никнейм. Поставим я нук, ты труп. И идем донатить Обованскому. А, еще из друзей его надо удалить, чтобы он точно не спалил меня, то что это я. Все. Так, ребятки, я уже приготовил свой донат. Сейчас я его отправлю Обованскому и ждем его ответа. Нубик. Опа. За донат 999 рублей. Привет, Обован, дальше срама. Давай с тобой сыграем дуэльку на что-нибудь. Я просто нубик, хочу с тебя попробовать дуэль против тебя. Я ну. Давай, брат, без проблем. Без проблем. Давай. Можем сыграть на что хочешь, напишешь в лобби сам. Найс, пацаны! Чтобы вы понимали, ребятки, я только вот недавно сидел с Обованскими, мы с ним играли ММки, я там тащил карточки, как бы в соло там 20 киллов выдавал. И я сказал то, что мне надо отойти по делам, и поэтому он не должен стопудово подозревать то, что это я. В принципе, логично. Опа, ребятки, Обованский зашел в лобби. Так, сейчас надо отыграть фулл нубика и какого-нибудь школьника, чтобы он вообще не подозревал, что ты какой-то киберспортсмен. Подожди, на что мы будем играть? Давай на тычки зеленые. У меня как раз есть зеленые тычки. Мне не жалко ими пожертвовать ради Обованского. Ну, я все равно его выиграю. Короче, ребятки, это все фигня. Помимо того, что я притворился нубиком, я еще в настройках лобби сделал себе бесконечные гранаты и бесконечные патроны. Короче, сейчас будет троллинг. Обован, перемещаемся к дуэли. Я уничтожу его забить. Если это даже кастомка. Как вы знаете, даже дуэлька на кастомке против кента, когда он бегал там на всю... Просто я его уничтожу, мне кажется, если сейчас что-то подобное будет, я просто жестко буду уничтожать. Ребятки, нам надо будет еще на разминке притвориться нубиками, чтобы он ничего не понял. Но нам нельзя спалиться с ТП. Блин, как же тяжело притворяться нубиком. Тупоголовый с диглом обовым! Меня Никита, если что, зовут. Меня зовут Никита, если что, пишет. Окей. За такое уничтожаем. Осуждаем. Это шутка. А ты мне отдашь тычки, если я выиграю? А то меня много раз сканили. Так, все. У нас начинается дуэлька. У меня бесконечные гранаты и флешки. Я не знаю, Даня это поймет, если я начну ими спамить или нет. Данечек, крипочек, где ты находишься? Если все честно будет, то отдам. Я плохо играю. А он дигл купил, ты поголовый. Опа. Увидели его. Я фулл флэш! Так, надо поначалу... Как я его убил? Что? Чё? 121 хп. Я его фулл флэшу! Данёчек, разнеси крипочка с диглом! Окей, стреляем только в хедшоты после такого. Надо взять его же стихию. У меня же еще бесконечные патроны. Надо будет взять пулемет и просто зажимать. Опа. Блин, М40 монстр статрек. Блин, он меня спалит, если я с него убью. Он меня спалит. Надо с P350 дальше отыграть. Я же могу хаешками спамить, подождите. Я в себя кинул! Опа, он тут. Я его хаешками прокинул! Блин, что за фигня? Стойте, мне надо начать тащить с дигла. Если это мага, то он поймет, что ему хана. Ладно, надо поддаться. Давайте его позовем мид-ножи. Гоу мид-ножи. Гоу мид-ножи, гоу. Гоу. О, давайте пойдем мид-ножи, возьмем смоки и просто закидаем там все смоками. А ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Опа, у меня же бесконечные смоки. Иди сюда. Меня обован! А, у него еще и смоки бесконечные, понял. Ладно, вот так сделаем. А че он с дигла меня стреляет? Это вейп! Это вейп, пацаны! Это вейп нейшн! Он не найдет меня! Это прятки называется, это называется игра в прятки. Пацаны! Это тупо ежик в тумане! Найс, просто! Нашел ежика в тумане! Найс, тут просто магу уничтожаем, если это мага, конечно, я не знаю. Так, надо притвориться дурачком. Блин, почему у меня так много гранат? Надеюсь, он поведется на это. Опа, давайте фабу возьмем.
Надо поддаваться, надо поддаваться. Как так? Слышь? Криворука. Ты как мне дал шот? Так, надо. Опа, он СМ-40, он СМ-40. Тихо. Надо его на ножик взять. А, что? Тупоголовый сдигла! Так, мы взяли Данька М-40. Сейчас мы покажем, кто тут вообще истинная лягушка. Это я. Я, кстати, футболку Абована, которую мне подарил на мой день рождения, порвал. Даня, прости меня, пожалуйста, если ты смотришь этот ролик, я не со зла. Точнее, я со зла, но не со зла к тебе, брат. Опа, он стоит с авиком. Чекайте. Раз хаешка, два хаешка, три хаешка. О, полетело! Что? Чекайте, что делает? Он еще сам себя, чекайте, прокидывает. Я сам себя! Чекайте. Брат, покажи лицо. Я знаю, он... Но, просто читаю игру, пацаны, читаю. Я даже с бесконечными гранатами не могу его выиграть! Как же читается мага, если это он? Мага, если это ты, то знает, ты прочитан максимально. Я знаю, как ты действуешь, как ты вообще думаешь. Давайте возьмем дробовик и просто будем с него зажимать. Даня, тебе не повезло. У меня просто бесконечные патроны, Даня, со мной лучше не стреляться. Ну, пускай думает, что он в ногу мне попал. На! Как же ему везет. Минус 113, конечно же. Он, походу, себе 200 хп поставил. Я знаете, что предлагаю? О, он лонг пушит, тихо. Я его еще флешками закидаю. Алло. Так, Мага, ты что встал? Я флеш был! А как он не ослеп... А как он не ослепился-то, алло? Показываю, как выигрывать тупоголового Абована чисто с хаешками. Делайте вот так. Делайте вот так. 10 раз. Где не это делаете, спина не будет болеть. Чекайте, как надо пройти в плент и поставить плент. Я как ежик в тумане, я сейчас буду ставить плент. Ах ты, Пабло. А ты фьюзит! Это была моя тактика! Ладно, я покупаю дробаш и показываю ему скилл. Все, я подаваться к нему не буду. Блин, а если смена сторон будет? У меня за КТ сторону тоже будет бесконечные патроны и вся эта херня? Вылазь, подлый трус, я слышу тебя. Я тебе сейчас начищу. Куда? Куда? Что за фигня? Фига, он жесткий. Куда мы лезем? Тупоголовый. Так. Я надеюсь... А почему у меня 100 хп? Стоп! Вы хотите сказать то, что у Лёши бесконечные патроны и хаешки с флешками? Да. Нет, тогда мне надо пушить. Он тупоголовый дигл купил. Опа. Чё? У меня бесконечные патроны? Что? 128 урона нанес! Как он не умер? Я что-то нажимаю перезарядку, когда стреляю и думаю, что за фигня, почему у меня смазывается? Он задерев поставил, у тебя 150 хп, смотри. А, он даже не 200 поставил, он 150 поставил, нифига, он нуб. Тебе 128 урона нанес. Почему ты не умер? Ты читер? Читер? Абовы. Дальше притворяемся дурачком, чтобы он ничего не понял. Ты читер. В смысле? Ты подкрутку за тест сделал. Какую? Блин, мне же выиграть теперь его сложно будет. Мне он еще нубом притворяется. Сейчас... О, что за фигня, хаешка пролетела. Он тупоголовый? С бесконечными хаешками. Затронули жестко, мужики. Ну как выиграть его? А как его выиграть-то? Не, я буду сидеть просто на базе. Ты читер. Мага, тебя уже все знают, что это ты. За это я тебя уничтожу. Чекайте, он сейчас забьет на Тёмку, я его по лангу запущу. А, что? Как он за секунду убил? Давай на М40 поиграем без хаешек. Интересно, согласится или нет? Давай на М40 поиграем без... А, я не купил М40, что ты раньше не сказал? Алло? Так, тихо, алло. Я его позвал на М40, но я возьму М-ку и убью его с М-ки. Мне придется тебя сейчас ноускопом уничтожать с М40 версии 110. А, он М110 купил, крыса. У него бесконечные же патроны! Правда, в прыжке бесконечно прыгаем и все. Чё это? Он мне сказал М40! По итогу взял какую-то фигню, чё за фигня, не понял. Лысый ты, глобус, альчоус, абобус. Давай М40. Он взял М40?
Да какой, почему он опять пишет 2М40? Я беру в этот момент фабм, и он потом сейчас окажется, что вообще и без М40 там будет. Забейте, он меня скамит, это скамер лютый. Он дробаш взял, крыса. На, друг. Алло, рогу танк! Возьмите М40, крыса! Ладно, я сам возьму. Алло! На нож. Ой. О! На глаз! Что я перевел? Я перевел, ударил, почему? Давай, М40, пожалуйста. Играй честно. Почему он опять пишет М40, когда я закупился уже? Я все время забываю, что он хочет М40, а потом я вспоминаю, когда он уже пишет, давай М40. Почему он сразу в начале раунда не пишет, пока не успел? А, найс, М40 он честно пишет. Окей, все, я понял честноту. Он чисто как Рэмбо сейчас будет бежать и зажимать. Я же говорил! О! Нифига, флекшотом попал жестко. Это просто ходячий Рэмбо. Давайте я тоже М60 возьму. Блин, ну Даня, крыса, он не берет М40. Блин, если я проиграю, мне М60, мне надо будет тычки отдавать. Только не хае. Зажали крипа в углу! Изи. Блин, как же им повезло. Хаешки не помогли, да, крыса? Я думаю, он догадался уже, кто это. Что это я. Блин, может подадимся ему? Может проиграем ему и тычки отдадим чисто по-братски? Хотя не, я на эти тычки 19 тысяч голды слил. А он на пункту уже, как? Что ты тут делаешь? Он даже с бесконечными хаешками и гранатами не убил меня. Он прячется до последнего. Как же он прячется? Ладно, задефаем. Я не хочу рисковать. Он что-нибудь говорит? Шансы не хочет давать. Он как читер нечестный. Ни шансы не дает, ничего. Просто читаком себя выставляет полным. Какой читер? Я случайно запустил. Что за фигня? Почему стартанулась? Алло! Нафиг он стартанул? Я не планировал больше играть. Он что, гонит? Ладно, сейчас в игре переписываемся. Я случайно запустил. Ты с читами, говорит, был. Я без читов. Алло, в смысле? Как это, но... Пока, это нож. В смысле пока? Меня ждут. Обалы. Скатер. Дорожка. Промокоды в телеге же. Ждите в моем телеграме промокоды. Туда, слышишь, туда. Крыса? Ты ходячий нубик. Какой читер, слышишь, ты меня? Ты слабый. Ты лох. Пацаны, в телегу все за такое. Я тебе сейчас дам ножик мне, отдай, я тебя выиграл, честно. Не, ты не честно выиграл, я поддавался тебе. Мы на нанос с тобой были, дай мне. Дай мне мой ножик, тупоголовый! Все, ножик будет в телеге, пацаны. Ловим сейчас все в телеге ножик. Пошел нафиг! Всем, ребятки, огромное спасибо за просмотр. Крыса на обувы не просто. Ставьте за такой ролик лайк. Я хочу затроллить ТикТака. Ножик на тычки играть, это как-то неинтересно. Надо будет залететь к ТикТаку и вызвать его на дуэль на Авик В2, либо же на Керамбит Голд. Короче, ребятки, если вы хотите продолжение данной части, обязательно набирайте 15 тысяч лайков, подписочку на канал с колокольчиком, обязательно смотрите предыдущий ролик. После того, как его посмотрите, перейдите в мой телеграм-канал и подпишитесь на него. Всем, ребятки, пока. Або, было приятно тебя развести, хоть я был и без читов.